Итак, Шуни Мудра действует на энергетику человека. Задействованы здесь у нас средние пальцы, поэтому не рекомендую носить на пальцах, именно на среднем, какие-то украшения. В принципе, в идеале, если вы практикуете энергопрактики, медитации, вообще украшения, они мешают, металлические. Но для этой мудры, вот если что-то есть здесь, снимаем. Еще есть у йогов такое исследование, что средний палец – это эмоции. Поэтому, чтобы их не блокировать, мы не надеваем никакие кольца. Эта мудра также гармонизирует работу печени, поджелудочной, желудка. Как делается? Большой и средний палец подушечками соединяем. Бывает такое, что пальцы очень сухие, а вы знаете, что через сухое ток не идет электрический. Напоминаю, человек – это электрическое существо. Поэтому можно немножко как бы намочить, ничего страшного. Это нормальная ситуация. Все понимают. И таким образом соединить. Тогда у вас будет хороший контакт. Соединяем не сильно, не давим, не кончиками ногтей, а просто подушечками легко. Причем эти пальцы не соединяются. Вы понимаете, что они также будут, электричество в ненужном нам положении замыкать. Поэтому только один, второй, только два пальца, большой и средний. Следующая мудра называется «Стрела Ваджра». Эта мудра рекомендуется, если всякие боли в сердце, вообще, в принципе, сердечно-сосудистая система. Часть таких мудр я уже вам показывал на мастер-классе, кто еще не подписан на нашу рассылку, кто не ходил на мастер-классы и хочет несколько от меня медитаций для практики бесплатно. Ссылка внизу, регистрируйтесь. Итак, мудра. Делается очень просто. Большие пальцы вместе, указательные пальцы вместе, а эти пальцы раз, таким образом замыкаются. И так еще раз. Большие боковым образом, указательные прямо, и три пальца у нас в такую вот лесенку. И держим эту мудру. Мудру можно повторять 5-6 раз в день по несколько минут. 5 минут, 2 минуты, 4, 10. Не надо много долго держать, там 40-50 минут. Важно не отвлекаться. Вы можете это делать на ходу, сидя, лежа, как угодно. Но не смотрите телевизор, вы должны быть сфокусированы на том, чего вы хотите добиться. Допустим, здоровое сердце. Вы на этом фокусируетесь. Второй элемент, который важно добавить, это зеленый свет. Смотрите, пожалуйста, на зеленый. Прямо сейчас делайте мудру и концентрируйтесь на своей цели. Подписывайтесь на канал. Заходите в марафон, мастер-классы дают больше материала, он бесплатен, растите духовно, будьте здоровым.